بسم الله الرحمن الرحيم. معلم ثاني, второй учитель. С учителем по этой книжке можно быстро и правильно научиться читать Куран по-арабски. Алфавит. Название букв. Алиф. Это хамза. Хамза, к ней в будущем мы еще вернемся отдельно. Алиф. Ба. Та. Та. Джим. Ха. Хо. Даль. Заль. Ра. Зай. Син, шин, сад, дад, та, за, айн, гайн, фа, каф, каф, лам, мим, нун, вау, ха. Это тоже еще одна ха, в конце она так пишется. Лам, алиф, это сочетание двух букв, лама и алифа, лам и алиф, и буква я, и краткая. Все эти алфавитные буквы, они согласные. В арабском языке есть три гласных. Это А, У, И. Эти гласные буквы, они пишутся вот такими значками. Над или же под буквой. Вот такой значок, черточка, называется он фатха. Это огласовка или харакат. Это фатха означает букву А. В арабском языке буква А, она не как русская А, а помягче. А. Вот такой значок запятого, это буква У. Над буквой пишется У. И черточка внизу, это буква И. Она называется касра, У называется даммой на арабском языке. В сочетании с алифом они также остаются сами. А, У, И. А, У, И. С другими буквами. Вначале читается согласная буква, потом добавляется гласная буква А, И или У. А, Р, она твердая буква. В арабском языке они делятся на две категории. Твердые буквы и мягкие буквы. Буква Р, она из твердых букв. И твердую букву в алфавите они также читаются твердо. На Ро. То есть звук, вот эта буква А, она будет читаться как О. Буква Р. Р плюс А. Ро. Р плюс И – Ри. Р плюс У – Ру. Ро, Ри, Ру. А. Дальше первая буква стоит. А. Не А, не как русская А. 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 Мягче. А. Р. Р. Вот этот знак, кругляшок, сукуном называется, сукун. Это означает, что буква, которая стоит под ней, без А, без И, без У. То есть без гласных. Пустая. Просто Р. Или просто какая-нибудь другая. Р. Р. И плюс пустая Р с сукуном. Ир. Ир. Сукун – это знак пустоты буквы. У. И плюс Р с сукуном. Пустая буква Р. Ур. Ур. Р. Ир. Ур. И пройдем третью букву. Буква З. Мягкая. Вот она в алфавите. Ро. Зай. Буква Зай – это буква З. З плюс А – за. З плюс И – зи. З плюс У – зу. За, зи, зу. А – первая буква А. Плюс З – пустая, мягкая. Аз. Аз. Буква сукуном должна показаться, чтобы мы ее слышали. Аз. И З – из. У – З. Тут должна быть У стоять. Уз. З – А. Зар. Зар. Зир. З и Р, зир. З у Р, зур. Дальше А, З пустая, аз, Р у Ру, аз Ру, аз Ру. И З пустая, из, Р у Ру, из Ру. У, З пустая, уз, Р у Ру, уз Ру. У, Р пустая, ур, З у Зу, ур. Зу, урзу. Повторите эти буквы, запомните и переходите на следующую букву.